Напомню, Хакасский негосударственный пенсионный фонд не смог продолжить свою деятельность из-за отсутствия лицензии. 2 года назад организация перестала перечислять накопления пенсионерам и образовалась задолженность. В Хакасии она составляет около 100 миллионов рублей. Но несмотря на то, что обманутых вкладчиков около 10 тысяч, распределить между ними 1 миллион 300 тысяч надзорники не могут. Данная сумма не может быть распределена между взыскателями на сегодняшний день по той причине, что взыскателями не представлены в службу приставов реквизиты счетов, банковских счетов, на которые можно эти суммы перечислить. Чтобы получить свои деньги обратно, всем взыскателям Хакасии необходимо обратиться в прокуратуру своего района или города и предоставить реквизиты счетов.